Компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7. Смартфон получил дисплей диагональю 6,3 дюйма с разрешением 2340 на 1080 пикселей и соотношением сторон 19,5 на 9 и каплевидным вырезом для селфи-камеры. Он занимает почти 95% площади передней панели. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 5. В нем установлен процессор Snapdragon 660, работающий при поддержке графического ускорителя Adreno 512, 3, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ внутреннего накопителя. Основная камера на 48 плюс 5 мегапикселей, фронтальная камера на 13 мегапикселей. Расширенные возможности камер обеспечивает поддержка функций искусственного интеллекта. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Комплектный адаптер выдает 10 Вт при стандартных 5 Вольтах и 2 Амперах. Но можно приобрести фирменный адаптер мощностью 18 Вт, 9 Вольт 2 Ампера при покупке смартфона, всего за $1.50. Также аппарат оборудован инфракрасным портом для управления домашней техникой. Например, телефон можно использовать вместо пульта для телевизора. Имеется 3,5-мм аудиоразъем. NFC в смартфоне отсутствует. Сканер отпечатков пальцев размещен на задней панели. Работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Толщина 8,1 мм при весе 186 грамм. Выпускается в трех цветах – черном, синем и пурпурном. Купить смартфон можно по ссылке, указанной в описании. Все товары можно приобрести с кэшбэком, указанным в описании, и процент с покупки товара возвратится на ваш счет.